Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Битвы Чемпионов от Marvel. Давайте посмотрим календарь, у нас там как раз ежедневный бонус. И это, я так понимаю, Камень Воскрешения. Хорошо. Больше здесь пока делать нечего. Так, у нас там, по-моему, еще есть кристаллы, я как понимаю. Давайте-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, давай что-нибудь путевое. Нормальное хочу себе. Ё-моё, ты смотри-ка. Соколиный глаз. Ха-ха, и новая способность открывается у него. Но жалко, конечно, что у него всего две звезды. Так, и за 8 мы получили с вами. Воу, тут много чего заработали. Так, вернуться к кристаллам. У нас еще 9 кристаллов. Ну, мы берем в расчет, естественно, 5 кристаллов, которые в прошлой серии не потратили. Я их, если честно, и не хочу в данный момент тратить. Так, а здесь мы с вами на Иза, значит, идем. Ну, давай посмотрим, что нам выпадет. Давай 125. Отлично, хорошо. Один сработал как нужно, тем более вторая категория. Запускаем следующий. Блин, почему не 525? Я хочу, ребят, самый мощный себе здесь Иза-кристалл. Нет, не прокатило. Но 125 тоже неплохо. Это лучше, чем 75. Так, давай. Не подведи меня на этот раз, кристаллик, пожалуйста. Ах, ну ладно, 75. Фиг с ним. На какого-нибудь малыша сгодится. Прокачать его. Ну? Давай. Ага, 125. Ну что, все, в принципе, с этими кристаллами мы закончили. Так, вернуться к кристаллам. Я так понимаю, это 5 кристаллов у нас остались, которые идут... Сейчас, подождите-ка. Ага, у нас еще вот какой есть. Ну, если честно, мне здесь бы не помешало бы на хилку. Камень. Дай, пожалуйста, хилочку. И он мне дает камень здоровья первого уровня. Ну, не камень, а зелье. Так, вернуться к кристаллам. Ну, давайте посмотрим. Может быть, еще что-то здесь нам дадут. Тут 4 часа. Ну, эти у меня есть, ребята, не будем мы их смотреть, потому что они нам сейчас не пригодятся. Все, здесь мы разобрались. Так, магазин, что они мне здесь опять предлагают? Опять что-нибудь купить, задонатить, да? Ну, я еще ни разу, ребят, здесь ни рубля не вложил, так что можете не волноваться, все идет по-честному. Нет, здесь мне не нужно ничего. Так, здесь тоже не шиша. Ладно, тогда остается только бой. И на этот раз я хочу, ребят, давайте-ка мы вот сюда, наверное, зайдем с вами. Будем в особых событиях с вами участвовать. Хотя тут еще конфликты всякие есть. Ха! Так, что здесь у нас? Нифигашечки, закончено. А, можно востребовать. Подожди-ка, а почему я не могу это забрать? Написано же, вы можете востребовать, но не дают они мне. Хм. Странно. Непонятно, может быть, все-таки что-то не доделали еще пока. Так, а это у нас уже идет. Событие одиночек. Тоже пока ничего не можем взять. Ладно, ребят, закрываем. И давайте уже переходить вот сюда. Посмотрим. Так, что у нас здесь? Видеть награды на уровне новичок. Ну, давайте, наверное, глянем. Так, ну вроде бы неплохо, а это теневые копья, обычный титул. Ну надо на 100% завершить. Нормальный герой, мастер и освобожденный. Это у нас еще пока закрыто. Призыватель уровня 6. Хорошо, меня в принципе все устраивает. Давайте тогда заглянем. Глава 1, лучшие планы. Хм, первая глава меня вполне устраивает. Ё-моё, это что у нас там такой будет босяра в конце ожидать? Можно активировать усиление. Давайте мы что-нибудь активируем с вами. А у меня только на 40% к опыту прибавка. Больше ничего не имеется. Да. Но все-таки, ребята, хотя бы так. Дается ровно на час нам. Я думаю, мне хватит. Все равно я час не проиграю. Так, ну это уже особенные камни, которых у меня еще не было. Так, состав команды мы, наверное, оставим такой. И приступаем непосредственно к заданиям с вами. Так, Танос. Угу, сообщение у нас.
Король Чала успешно задержал Таноса. После эпической битвы в космических гранях бытия, камни бесконечности Таноса были вырваны из его перчатки бесконечности и разбросаны по миру битвы. Наши герои полагают, что они получили преимущество, но они и понятия не имеют о новых союзниках Таноса. Призыватель, рад, что ты вернулся вместе с Чалой. Твои усилия помогли нам выиграть время, чтобы спланировать наш следующий шаг. Я собрал нас всех для важной встречи. Нам очень рискованно находиться всем в одном и том же месте. Но некоторые вещи можно обсудить только лично. Остальные ждут. Идем за мной. Ну что ж, пошли, доктор Стрэндж. Куда ты меня заведешь? Где ты со мной хочешь поболтать? Ага, здесь у нас, ребята, выбор. Либо вниз идти, вот сюда, либо, естественно, наверх. Ух ты, я хочу наверх, ребят, сразу говорю, потому что я хочу посмотреть здесь, как выглядит у нас призрачный гонщик, естественно. Ну, здесь какие-то внизу не очень герои, если честно. Так что давайте пойдем наверх. Ты-ды-ды-ды-ды-дынь, отлично. И это мой будет первый бой. Призрачный гонщик. Я, ребята, его превышаю, поэтому давайте, наверное, вот так вот сделаем, да? Я думаю, это будет справедливо. Потому что зверь его порвет моментально, а мне хочется посмотреть на него. Ну давай, 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 прогружайся, Танос. Давай быстрее загрузку. Вот он как, вау. Выглядит довольно прикольно, мне нравится. Но, тем не менее, ребятушки, смотрите, он такой же ватненький. Так, а чё ватненький? Конечно, у него одна звезда, а у меня, ребята, три. Все, я думаю, что ему сейчас будет хана. Дегенерацию я на него повесил. То есть он регенерироваться не сможет, хотя у него такой возможности, по-моему, и способности нету. Ну, так, получи. Все, ребят, добили мы его довольно легко и просто. Кейбл справился со своей задачей легко. Так, награда. Ну, это мы не будем, ребят, смотреть, томиться тут. Все это мы посмотрим уже в конце. Так, продвигаемся с вами дальше. Ага, малый камень. Так, на 75. И здесь у нас Спайдермен, по ходу дела. Сообщение новое поступает. Давайте почитаем. Чала, пожалуйста, повтори остальным, что ты сказал мне и прочим иллюминатам. Моя битва с безумным титаном была жестокой. В этом хаосе три камня бесконечности были вырваны из его перчатки. Они оказались разбросанным по другому миру. Кстати, а с кем мы разговариваем, я что-то не вижу. Я так был занят боем, что не увидел, куда они полетели. Заметил только, что у него их больше нет. Ох, я знаю, где они теперь. Да, Чала, мы видели, как они пролетели по небу мира битвы, как метеориты. Типа, по-твоему, у нас там была такая приятная ночка под звездным небом? Мне эта ночь очень понравилась, Ракета. Я думал, тебе наш пикник тоже понравился. Я понятия не имею, о чем он, но сэндвичи были просто объедение. Чувак, это дерганый стоит. Спасибо, асгардец. А, это асгардец у нас. Так, ну у нас бой. Все-таки это должен... Да, Человек-паук, Спайдермен. Так, давайте возьмем, наверное, Гамору. Да, и будем именно Гаморой давать ему люлей. Потому что у нас зверюга очень мощная. Мы его поставим, может быть, на конечного босса. Так, хорош тут буянь. Ты посмотри, а, симбиот. А ну-ка. О, да ты еще и ватный при этом. Ну, извини, извини уж меня. Все, ребят, буквально 5 или 6 ударов, и он готов. Блин, какой все-таки у Гаморы страшный взгляд. Она смотрит, как будто... как будто в душу. Ох ты, и впереди у нас там, смотрите, какой-то... похож почему-то на Халка. Но почему он красный, ума не приложу. Так, опять у нас какое-то новое сообщение. Давайте почитаем. Значит, камни Таноса вернулись в мир битвы. Хорошо, у нас есть преимущество. Да Танос и без камней неплохо может дать люлей. Никто ему не скажет? Может я? Блин, мне как-то неловко это говорить. Чала, в лучшем случае мы в равных условиях. Вот об этом я и говорил. Камни, когда вернулись в мир битвы, их сила разорвала материю реальности. Ну и что? Они создали мощные и хаотичные разломы в неизведанные части мира битвы. Разломы притягивают к себе мощные объекты.
И значит, у нас тут появляются новые герои, да, какие-то, которых даже и не было здесь. Короче, можно это объяснить так, что с разных уголков вселенной мы притягиваем всяких упырей, с которыми нам придется здесь бороться. Так, нет, давай-ка мы возьмем, наверное, Гамору. Это у нас тем более красный Халк, я был прав. Ну и посмотрим, какой он здесь у нас злобный и ярый. Такой ли как в фильме. О, краснуха! На, получи. Да, ребята, по первым ударам мне стало все ясно, что ему не жить. Ему хана просто-напросто. Ну, опять же, повторюсь, он с одной звездой. Вы прекрасно видели, когда я дрался с ребятами, которых три звезды, как они меня шурудили. Я там как сраный веник летал из угла в угол. Тратил аптечки и плакал, ё-моё. Ну, а здесь я просто наслаждаюсь. Но только не этот, а? Джиггернаут. А какое это имеет отношение к камням войны и хаоса, которые у нас? Камни как братья, они хотят быть вместе. Когда остальные камни вернулись в мир битвы, те, которые были у нас, сместились из нашего измерения в другое. Похоже на квантовый захват. Когда мы попытались войти туда и вернуть камни, эти разломы просто выбросили нас где-то еще. Ну да, как я и говорил, в этих разломах мы можем перемещаться. У нас есть новый план. Разделяй и властвуй. Танос попытается снова прорваться в мир битвы. И у нас нет времени, чтобы искать камни по одному. А каждый хочешь все вместе. Они же вроде бы разбросаны. Хотя, как они сказали, притягивают друг к другу. Поэтому есть шанс. Так, подожди-ка. У него преимущество перед Гаморой. Мне это не нравится. Вот Кейбл вроде бы подойдет. Ну, давайте посмотрим. Блин, он однозвездочный, но он мощный, гад этот. Джиггернаут, он практически непробиваемый. О, бежит, охламон. Так, ага, смотрите-ка, он открыл битву. А, нет, смотрите-ка, все-таки я, наверное, здесь его смогу одолеть. Разбирается он. Да, черт, промахнулся. Да хорош ты. Вот ты каменная голова, однако, а, парень. Раздражаешь, на самом деле. Фига он себе ярость еще какую-то подключает. Ай, ай, больно же. Ну все, пора завязывать с ним. Так, 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 тихо, 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 не буянь, сказал. Вот, все, полежи, подумай над своим поведением, а Кейбл, как всегда, выигрывает. Кстати, я недавно, ребят, комикс прочитал про Кейбла, мне очень понравилось. По крайней мере, я теперь не имею представления про него. Так, и что тут у нас? Ну, тут у нас уже Йонду. Так, ну мы будем, естественно, бить Гаморой, потому что они из одной стихии, из одного фильма, из одного комикса. Будем бомбить. Побежали. Ага, смотри-ка, свистит. Даже здесь у него есть его стрела. Так, хорош вот мне выделся, но зато он такой легенький и ватненький. Вообще никаких проблем нету и не было с его победой. Молодец, Гамора. Хвала тебе. Слушайте, довольно легко мы пока все здесь проходим. Оу, уже практически дошли до босса. Так, это у нас сокол, если я не ошибаюсь. Не хочу никого тревожить, но наши датчики по периметру просто обезумели. Что там, Сэм? Ничего хорошего. Максимальный потенциал угрозы, какой мы только видели. Даже выше того, что происходил от баннера тогда в участке ГИБДД. Что бы это ни было, оно направляется к нам. И я, кажется, знаю, что направляется. Босс к нам. Все по своим группам. Рассредоточиться. Рассредоточиться. Да уже рассредоточились. Не понял, а почему мы... А с какого перепуга мы вдруг деремся с соколом? Это же вроде бы как наш. Хм, ладно, хорошо. Раз вы так поставили условия, придется нам и сокола шлепнуть. Ничего нам с этим не поделать, к сожалению. Сокол, у тебя есть твои крылышки или нет, а? Продемонстрируй, пожалуйста. Походу нету. Или просто он не успеет ими воспользоваться. Да, готов. Победитель, как всегда, Гаморушка моя. Оу, наконец, ребята, уровень повышен. 12-й, нам всего лишь осталось 5 уровней до 17-го. Тогда мы можем с вами уже участвовать кое-где еще покруче. Так, что бы нам тут изучить? Атаку, защиту, польза. Ну, пользу, я так понимаю, не могу, потому что здесь нужен вот этот вот кристалл или колба, я не знаю. До сих пор не знаю, где ее найти, только лишь купить можно. Так, я предлагаю сделать на атаку, да, вот этот вот, на 1,6%.
Вроде бы кажется мало, но все-таки потенциал в этом есть на будущее. Хотя и защиту пора бы нам укреплять. Но пока будем на атаку. Так, подождите, ребята, мне это не нужно. Мне нужно вернуться, да-да-да, вот именно сюда, продолжить. Потому что я еще там, как говорится, не закончил свои дела, да? И вот он. Мне очень интересно знать, кто это такой вообще. Сообщение у нас... Ого! Что это? Фига. Я этого парня уже видел, но теперь он выглядит, как будто он немного с огнем поигрался. И он серьезно настроен. Призыватель, берегись! Спасибо тебе, ракета, я как-нибудь справлюсь, надеюсь. Растите семена, смотрите, как порвет их моя лоза! Призыватель, мы должны задержать это чудовище, чтобы остальные могли сбежать. Забери у него камень хаоса, но будь осторожен, им очень сложно управлять. Ну, с камнем я как-нибудь справлюсь. Мне бы хотелось верить, что я этого громилу смогу победить. Я думаю, что мне придется здесь брать все-таки зверя. Так, Гамора проигрывает, Кейбл проигрывает. Ладно, берем зверя, ребята. У него еще классовый бонус идет, причем ко всем. Кого бы я ни взял. Ух, ладно, да, ух, какой здоровый. Фига, а выглядит он очень эпично, ребят, смотрите, красиво, мне нравится. Так, ну что ты, ватник, я-то думал, что ты что-то хотя бы сделаешь мне, но ни шиша ты не умеешь. Придется тебя рвать. Оу, ого, опачки. Неужели ты решился мне нанести удар? Ну, ребят, 5% хп у него, это все, он готов. Все, сейчас я его добью. Да ё-моё, на дорожку он мне все-таки всыпал. Ну, если бы я, предположим, играл бы каким-нибудь слабеньким, я думаю, он бы там бы такого бы жару дал бы, что я бедный бы там из угла в угол летал бы. Ну, а зверюга справился с ним вполне, и, как видите, завершено на 59%. Довольно неплохой реворд мы с вами получаем. Так, в сундучке. И за 8 слабый, первой категории. Так, и мы с вами, по идее, открыт новый уровень сложности. Разлом хаоса нормальный. То есть теперь я могу играть не на новичке, а на нормале. Так, глава 2. Полночный удар. Пройдите главу 1. А, я же... Тьфу ты, ё-моё. Конечно, я же не прошел ее. У нас тут следующий уровень называется творение. Так, команду. Состав команды, если поменять, то на кого? Ребят, Колос мне, честно скажу, не понравился вообще. Противный, носорог, слабый. Они все у меня слабые остальные, посмотрите сами. Двухзвездочные, однозвездочные. Вот у меня только лишь вот основная команда. Вот Кейбл, Гамора и Зверь. В принципе, за этот косяк я и буду держаться. И почему-то мне, кстати, не дают в последнее время нормальных героев. Ну и как вы мне написали, что не стоит продавать персонажей, я так и буду делать, ребята, я их буду оставлять. Ох, где мы? Где мы? Мы где-то в разломе в каком-то. Так, куда нам тут опять пойти? Или наверх? Ага, там у нас саблезубый, Кейбл. О, красный какой-то чувак. Нет, я не знаю кто. И вон там в конце уже босс. А внизу Магнита, Грут. Нет, давайте пойдем с вами наверх. Там такие персонажи более-менее, которых я еще не знаю, не видел. Ну и хочется, естественно, на них посмотреть и узнать, что к чему. Гвенпул. Тоже не могу понять, откуда вот эта вот девочка. Почему-то она мне напоминает Дэдпула, но только в женском облике. Ну и немножко у нее там одежда. Чуть-чуть по-другому. Смотрите, две сабли у нее. Это что у нее такое было сейчас? Блок, что ли? Прикрывается каким-то игрушечным персонажем. Так, ну, сама по себе она легкая, зато она вешает кровотечение. Все, я даже через блок, ребята, ее просто-напросто пробил. Гвенпул, короче, оказалась легенькой. Дальше двигаемся. Ну, поехали. Так, отлично, отлично. А вот у нас и саблезубый. Что, он хочет со мной пообщаться, что ли? Нет. Призыватель, ты пережил нападение? Что прорвало охрану периметра? Капитан Роджерс отослал нас в безопасность до того, как противник раскрыл себя. Это было большое такое дерево с рогами. У него была черная кора, и как будто он горел. И походу мы у него камень хаоса вырвали. Не как будто, а так и сделали. Хорошо, у нас есть один супер-мега-крутой камень, но мы отделены друг от друга. Что теперь?
Ты хочешь сказать камень хаоса? Как понимаю, ты о нем? Назови их как хочешь, но для меня это все плохие новости. Хе-хе-хе. Надо делать, чтобы новости были у нас хорошие. Так, саблезубый. В принципе, слабак. Гамора его разорвет в клочья. Кстати, да, ребята, насколько вы знаете, да, саблезубого ввели в игру. Так что теперь его можно получить. Но, опять же, нужно выполнить ряд заданий. И к тому же процент, не 100%. Тихо! Начинай тут выделываться. Ты завязывай давай мне тут, а? Чувачок. Так-так-так-так, опа, получил. Ух, нафиг, неплохо, я вам скажу. Кровотечение висит на мне, да? Да что такое-то? Вот это вот уже серьезно какой-то противник, а? Ты посмотри, одна звезда, но он дает. Так, я ему... Да ты будешь дохнуть-то. Вот неугомонный-то, а? Фу. Да, ребята, 2-3 звезды ему дать и все. Был бы тут полный фэн-шуй. Так, поехали. Та-ра-та-ра-та. О, Кейбл. Хе-хе, я даже знаю, кого я поставлю против него. Естественно, Кейбла. Давай-ка, братишка, посмотрим, кто кого. Ну, естественно, я, ребят. Я его по статусу выше и по звездам. Так что нету у него ни малейшего шанса. Ну, что ты там, а, прикрываешься? Получил дегенерацию? На, еще получи. Ага, дергается. Дергается еще мне тут здесь. Так, оп-хоп. Все, готов. Ну что, кабель, хвала тебе, молодец, справился с заданием. С этими двумя, как говорится, с Гаморой и с Кейблом, как-то приятный все диалог. Зверь-то, само собой, там рвет всех. А вот у нас, ребята, и красный чувак. Кто это такой? Войд. Хм, а почему он красный? Интересно мне знать. Такого перса я не помню. Но сейчас мы с ним познакомимся. А, обычный чувак, просто красный. Хорошо. Хе-хе-хе. Ну и к тому же какой-то легенький и ватненький. Хотя такой довольно шустрый. Да что ты будешь делать, а? Смотри. На, выкуси, получил. Блин, есть большое желание, ребята, использовать суперудар. Но он у меня не успевает просто-напросто накопиться. По максималке. Так, ладно, Войда мы с вами уделали и двигаемся дальше. У нас здесь... О, это кто он такой? Что за дедуля? А, старик Логан. Ну, здорово, старичок. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Блин, старик Логан, это же из последнего фильма, ё-моё. Они даже его сюда засунули. Интересно, а молодой Логан здесь есть? У него, смотрите-ка, встроенная регенерация стоит. Ну, она очень слабенькая. Так что, я думаю, нет у него тут никаких шансов. Так, что такое? Оп-оп. Давай иди сюда, хорош, старикаша. Тебе уже действительно пора на пенсию, все. Иди. Не нервируй меня, муля. Отлично, старик свое получил. Пошел на отдых. А мы двигаемся с вами далее. И еще немножечко нам осталось. И вон там будет уже босс. А это-то кто у нас? Черная такая. Чем-то похоже... Камни бесконечности очень сильны, и они способны на то, что ты даже не можешь себе представить. Это хорошо, что один из них у нас есть, но задача, которую поставила перед нами капитан Роджерс, найти камень творения, пока остальные группы ищут другие. Мои сенсоры указывают на то, что впереди нас ждет нарушение единства пространства-времени. Вероятно, это еще один камень бесконечности. Да, ребята, эти камни сами по себе мощные, а когда они в чьих-то руках, то... Я знаю, паучье чутье указывало мне на это с самого момента, как мы здесь оказались. И спасибо, что спросили. Паук, как-то шутишь плоско немножко. И не в тему причем. Так, Намелис. Классовый бонус. Ребят, ну это же Алая Ведьма. Просто у нее немножко другой костюм. Хорошо, мы сейчас это, ребята, проверим с вами. У нас, естественно, будет бой. Хотя у нее преимущество передо мной. А у нее перед всеми, смотрите, классовый бонус идет. Ладно, фиг с ним. Давайте глянем, что это за Намелис. Ну, давай, Танос, прогружай быстрее. Да, это она и есть.
Ладушки, пускай получает, отгребает по полной программе. От моего кейбла, естественно. Ух, что, не нравится тебе? Что там визжишь-то, как поросеночек? О-во-во-во, хочет, хочет, но не получит. Так, иди сюда, подходи. Вот так вот, отлично пропечатал. На-ка. Ах ты, ты посмотри, в блоке простояла. Блин. Блин, мне нравится, ребята, здесь задний план. Ну, на котором... О, да-да-да, это именно она. Это был ее суперудар. Да чтоб тебе... На, получи. Все. Паночка померла. Как говорится, извини. А мы двигаемся дальше. У нас последний и главный здесь босяра этого уровня. Сообщение поступает у нас. И что нам здесь хотят сказать? Вот он, камень творения. Погоди, это я? Не может быть. Ну, а я о чем говорил вам? Назовись, или я открою огонь. Зачем вы здесь? Ну, так они нам и скажут. Этот не знает о нас. Конечно, не знаю. Я тоже, в принципе, не в курсе. Но эти двое видели нашего брата. Слушайте, этот похож, знаете, на Вижна. Но он говорит, как Вижн. Но на друга он не похож. Я прям наперед смотрю. Берегись! Слушайте, это какие-то двойники с другого мира. Может быть, даже с другой параллели какой-то. Опять же, намелис. У них нет имен. Они просто намелис какие-то. Ладно, давайте посмотрим, что это за хламон. И что он из себя вообще может представлять нам. Какую угрозу. Так-так-так-так-так-так. Ну давай, псевдо-вижн, подеремся. На-ка. Все с тобой ясно тогда, родной. Уж извиняй. На-ка. А у него, походу, дело, ребята, иммунитеты ко всему. Да-да-да, смотрите, я не могу на него кровопотерю повесить. Ладно, фиг с ним. Добьем тогда его и таким макаром, простыми ударами. Да что ты дергаешься тут, а? Достал уже в самом деле. Молодец, зверь. Ну, получается, что мы прошли с вами вот эту карту на 58%. Так, реворд хорош, давай сундучки. Ай, из-за камни. Что у нас там по заданиям? Открывается новая глава или нет? Так, не пойму я. У нас... Оу, ребят, мы можем на нормальном проходить, да? А если посмотреть... награды. Я хочу награды посмотреть, какие будут. Слушайте, по-моему, такие же, как и на новичке. Да? Вот смотрите. 1000, 2... Но только в разы больше, в разы больше. Хм. Ну, если даже начать, например, играть на нормальном... Ага, это мне надо будет все заново. Вот оно что. Ну, сейчас я этого делать не буду, ребят. Мы будем продолжать с вами на новичке. И у нас глава 2. Полночный удар. Но этим делом мы займемся, наверное, уже с вами в следующей серии. Смотрите, эволюция, кошмар. А я... Опа-на. Путь в лабиринт. Дайте посмотреть, что тут за награды. Ключ... Открывай задание «Лабиринт легенд». Заполучи ключ и выполни задание в путь. Понятно, ребята, в общем, все это хорошо. Это надо будет как-то с вами все это посмотреть. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если есть что-то добавить, естественно, ребята, жду ваших комментариев. Очень приятно читать, особенно полезные комментарии. Ну что ж, все. На этом будем закругляться. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, ребятушки, удачи и всем пока.